26 февраля произошло обрушение дома по Глебычеву проезду номер 6, который упал на газовую трубу, которая подсоединена к нашему дому по Глебычеву оврагу 814-814-1. В течение часа приехали все службы города. Они устранили эту аварию. Но самое главное, что дальше газовая компания приехала, сделала смету, которую выставила ответчикам, передала эти документы в Волжскую администрацию о том, что должна произойти оплата этих услуг. И Волжская администрация сказала нам в среду 27 числа, что будет решение по вашему поводу к вечеру. Мы в четверг вечером звоним, а секретарь Томашевцева Владимира Николаевича ответила нам, что по нашему делу работает городская прокуратура. Там не могут никак решить вопрос, кому производить оплату газовой службе или городской Волжской администрации. Вопрос в чем? Мы сидим без газа со вторника, у нас маленький ребенок, которого забрали, он сейчас живет у чужих людей. Вот. Вопрос не решается здесь перекладывают пакет документов с одного стола на другой. Мы просим обратить на это внимание и помочь нам в этом деле. Мы со вторника сидим без газа. Март месяц – это зимний месяц. Что нам делать? Помогите.